Ты глянь, вот это я понимаю, Юпитер 203, весь в шикарной полировочке, ручечки, ты шо? Есть специальная пластиковая штука, прикрывающая все вот это дело, поняли? Сейчас я вам все, ля, в деталях, ты шо, он внешне такой смотрится, как будто новый, да? А шо не? 3 месяца 85 года данный аппарат. Ля, и колонки к нему, ты шо? Что-то такое я вижу. Не знаю, какие-то, типа, как налеты. А оно это видно через камеру. Так, в натуре, глазами вы ничего не увидите. Поняли? Все железное. Наоборот, все деревянное. Но если вам это надо, я вам чисто вот так вот могу предложить. 3,5 косаря. Чисто только по блату. Чисто для вас. Чисто из уважения к вам. Поняли? Короче. Кто не знает, где мы находимся, рекомендую зайти в описание к данному ролику и посмотреть всю подробную информацию. Кстати, там тоже указано по поводу того, что вы можете торговаться на данную вещь. И не только на эту, она и на ту, и на ту, и на ту. И на ту, и вон аж на ту вещь тоже можно торговаться. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Да, всем пока.